что делать? Давай просто. Да, вы скажите, какие грибы и как называются, сколько вот стоит. Это подосиновик. Это дубовики белые. Угу. По 300 рублей кучка. Это 500 ведерко. Угу. А ведерко я как уже. Здесь белые дубовики. Угу. Дубовик называется, потому что в дубах растут. Угу. А здесь у нас корзинка. Это тоже дубовики. Все. Угу. Это сырой грусть. А сколько стоит? 1200 корзина. И получается, а вот это... А, ну вы говорили, здоровый гигантский грибок.